что-то невероятное. Потому что я сейчас вспоминаю, конечно, летучую мышь, произвольный танец Дэвис Уайт. Невероятно красивое зрелище. Ну, посмотрим, что подготовили Тесса Вёрч и Скотт Мойер в этом году. Ну что, дорогие друзья, давайте сейчас посмотрим теперь все-таки за Екатериной Пушкашин Джонатан Гуэрреро. Это будет очень интересно. Раз начинаем с квизу. Чуть-чуть разъехались, а так неплохо. Кстати, молодец, началось сносить партнеру, она сумела совладать с квизами. Получилось зажигательная латина. Екатерина Пушкаш, Джонатан Гуэрреро.